Расположенные ловушки в Восточной Грузии не зафиксировали вредителя. Об этом заявил заместитель главы Национального агентства продовольствия. Как говорит Зураб Лепартия, по сегодняшним данным, Восточная Грузия не представляет зону риска. Что касается Западной Грузии, Лепартия подметил, что здесь вредитель был зафиксирован в ловушках. Хотя, исходя из того, что температура опять-таки переменная, это не масштабно. Заместитель главы Национального агентства продовольствия говорит, что в тех регионах, где замечена активность мраморного клопа, соответствующие мероприятия начнутся через неделю. На сегодняшний день в Восточной Грузии вредитель не фиксируется, что дает возможность сказать, что на сегодняшний день мраморный клоп не представляет угрозу. Что касается Западной Грузии, вредитель уже зафиксирован в определенных ловушках, хотя пока небольшими скоплениями в связи с переменной температурой. Но думаю, что со следующей недели начнем мероприятия в тех местах, где был замечен вредитель.